Ну, а потом среди нас завелись программисты, и, как всегда, возникла конфликтная такая ситуация, да, между людьми такой рабочей, можно сказать, профессии и людьми, как бы, мыслящими. Вот была такая песня, в которой очень много терминологии про вычислительную технику, но она сейчас потеряла всякое значение, потому что в персональных компьютерах этой хренотени уже нету. Поэтому я не поясняю терминологию, так все понятно. Не спит четыре дня, судьбу свою кляня, двоично-десятичный слышен мат. В глубинах ЭВМ, среди тысячи систем, ошибки бьет печатный автомат. А программист всегда здоров, весел, в кафе Арбатском хлещет он коньяк. Ошибка есть, спасибо, что не 10, ведь кроме женщин все вокруг пустяк. Дым хлещет из АУ, взорвалась блок МАЗУ, пришло в негодность все от ЦБУ. Ни сердцу, ни уму, и ни в одном глазу, и оператор звонко крикнул «Прррррр!», а программист опять здоров и весел, в кафе Арбатском хлещет он коньяк. Ошибка есть, спасибо, что не 10, ведь кроме женщин все вокруг пустяк. От Минска 22 собрали мы едва 14 ферритовых колец. Сгоревшая дотла машина полегла, и оператор с ней нашел конец. А программист всегда здоров и весел, в кафе Арбатском хлещет он коньяк. Ошибка есть, спасибо, что не 10, ведь кроме женщин все вокруг пустяк.